Добрый день, меня зовут Виктор Слепцов, ученик 11 технологического класса. Сегодня я вам расскажу про свой проект автоматизации палаточного бокса Growbox. Сейчас рядом со мной стоит Growbox. Он имеет 4 посадочных места под растение в виде ведер. Сама палатка шита с помощью светоотражающего материала. Это подвешенная система вентиляции и циркуляции воздуха. А это производная лампа для растений с разными факторами света. На данный момент растет сорт помидоров банановые ножки. А здесь растет сорт перцев подарок Молдове. Автоматизация Growbox сделана с помощью платформы Arduino. Блок управления включает в себя 4 розетки на 220 вольт. Свет, насос, аэрацию и вентиляцию. Сама схема имеет 4 реле для включения и выключения розеток, информационный дисплей для климата, а также ряд датчиков для информации о климате внутри бокса, датчики влажности, температуры, воды, освещенности. После рядов ошибок и изучений создал готовый автоматизированный бокс для выращивания растений в домашних условиях круглый год. Таким образом, я обеспечил себя экологическим продуктом и сократил ряд рутинной работы. Делая этот проект, я для себя изучил среду обитания Arduino, также язык программирования C++. Далее развитие моего проекта вижу в создании и автоматизации своих гроубоксов для домашнего пользования. Наша школа сотрудничает с российской компанией Agrotex, и используя их материалы, я планирую создать свой гроубокс.